камнями встанем? Ключами, давайте возьмем, встанем. А, что это у вас за линия такая? Волнистая. Давайте вот так вот. Чуть-чуть назад. Ага. О, более-менее симпатично, да? Итак, нам рождаем. Импровизация колледжа юниор соло. Второе место. Дмитрюк Мария Микропетро. Школа воздушного танца Татьяны Субботиной. Руководитель Татьяна Субботина. И ее же ученица. Первое место. Шагаян Диана. Импровизация Саи. Номинала соло. Второе место занимает Кудряшева Александра Петро, школа воскресного танца Татьяны Субботиной. И первое место Кошкина Дарья, Петропетровский клуб «Зафира», руководитель Анна Анохина. Импровизация «Хабиб» Жигиминалы. Второе место заняла Бондаренко Ирина, школа воскресного танца Татьяны Субботиной. И ее же ученица заняла первое место, Бардюк Елизавета. Импровизация «Живой звук юниоры 1. Открытая лига». Третье место заняла Дума Анастасия Днепропетровска, клуб «Висида», тренер Елена Водофьян. Второе место разделили ученицы Татьяны Субботиной. Дмитрюк Мария и Эльджи Виктория. И первое место заняла Красничкова Елизавета, Дмитрия Елена Водопьяна. Импровизация «Живой звук» юниоры 1 соло «Высшая лига». Второе место заняла страна Анастасия Петрова, школа восточного танца Татьяны Субботиной. Страна Анастасия Диана. За нее возьмет Шагаян Диана, которая заняла первое место. Ученица Татьяны Субботиной. Импровизация бала «Юминалы соло». Второе место Кондратюк Саша занимает. Группи Рабель, тренер Тамара Крутинь. И первое место заняла Паразникова Елизавета Дмитропетров. Клуб «Восточная филерия», руководитель Татьяна Позднякова. Импровизация «Бандарь Юминалы». Второе место заняла Ураско Анна Петровск, клуб «Амарин», руководитель Горбенко Елена. Первое место заняла Левченко Валерия Петровск, школа воскресного танца Татьяны Субботиной. Подарочная скидка на «Бест» награждается у нас молодежь. Импровизация «Шаги». Первое место Перепелица Снежана. Импровизация «Марокко юниоры». Занимает первое место «Драгун Ангелина», школа восточного танца Татьяны Субботиной. Драгу Ангелина. Импровизация «Бала юниор». Первое место занимает Михальчук Диана. Днепропетровск, Восточная филия, руководитель Татьяна Позднякова. Импровизация «Бала взрослым». Первое место занимает Галустян Амалия, Днепропетровск, школа воздушного танца «Восточная филия», Татьяна Позднякова, руководитель. Подарок скидка на квест.
организация «Ирак Юниор». Первое место занимает «Драгун Ангелина» школа восточного танца Татьяны Субботиной. «Драгун Ангелина». Импровизация «Живой звук Юниор» по два слова начинающие. Второе место занимает Иващенко Евгения Днепропетров школа восточного танца Татьяны Субботиной. И первое место занимает береговая Диана Днепропетров, школа восточного танца «Шейх Али Маргариты». Импровизация «Живой звук» юниоры, один соло начинающий. Второе место занимает Нестерук Екатерина, школа восточного танца «Шейх Али Маргариты». И первое место занимает Крячук Елизавета Днепропетровск, Восточная империя, руководитель Кукаменко Анна. Импровизация «Шаги взрослые». Второе место занимает Ковец Александра Днепропетровск, Русисида, руководитель Елена Водопьяна. Первое место занимает Галустян Амалия Днепропетровск, Восточная Сибирь, руководитель Татьяна Вознякова. Импровизация «Шаги юниоры». Второе место Шагаян Диана Днепропетровск, школа восточного танца Татьяны Субботиной. И первое место Красничкова Елизавета Днепропетровск, Русисида, руководитель Елена Подобьяна. Импровизация «Живой звук» юбинал 2. Третье место занимает Гордянская Дарья Днепропетровск, Русисида, руководитель Елена Подобьяна. Второе место Козлова Елизавета, клуб «Зафира» Днепропетровск, руководитель Анна Анохина. И первое место Кошкина Дарья Днепропетровск, «Зафира», руководитель Анна Анохина. Импровизация «Живой звук» сеньорины соло дебют. Первое место занимает Пархоменко Оксана Днепропетровск, Восточная Сибирь, руководитель Пархоменко Анна. Импровизация «Живой звук» молодежь начинающий. Первое место занимает Попова София Днепропетровск, Восточная Сибирь, руководитель Татьяна Пастухова. Импровизация «Живой звук» молодежь соло дебют. Второе место Сафарова Регина Днепропетровск, клуб «Исида», руководитель Елена Водопьяна. И первое место Владушка Диана Днепропетровск, школа восточного танца «Шейх Али Маргариты». Импровизация «Живой звук» юниор 2 дебют. Первое место занимает Граничникова Вероника Днепропетров, школа восточного танца Татьяны Субботиной. Импровизация «Живой звук» юниор 1 соло дебют. Первое место занимает Левина Анастасия Днепропетров, восточное отделение, руководитель Татьяна Вознякова. Импровизация «Живой звук» юниор 2 соло дебют. Третье место занимает Качатрян Маринея Днепропетровск, школа восточного танца Татьяны Субботиной. Второе место Рослик Анастасия, школа восточного танца Татьяны Субботиной. И первое место ее же ученица Бордюк Елизавета, руководитель Татьяна Субботина. Импровизация «Живой звук» юбиналы 1 соло дебют. Третье место разделили Данченко Алина, Днепропетровск, клуб «Исида», тренер Елена Воробьян. И ее же ученица Семиряда Мария. Третье место Семиряда Мария, клуб «Исида». И третье же место занимает Михайлова Дарья Днепропетровск, Восточная Сибирь, руководитель Кухаренко Анна. Второе место разделили Ураско Анна Днепропетровск.